ходе конференции подвели итоги прошедших в сентябре выборов. В Анапе в этом году явка избирателей на участке небывалая – 49,44%. Население курорта неравнодушно к судьбе региона и своего родного города. За активную жизненную позицию и итоги организационно-партийной работы секретарь Анапского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Сергеев был отмечен благодарственным письмом президиума регионального отделения. На Кубани партийная организация – одна из самых мощных. Партия является опорой для президента. По большому счету, эта партия сегодня опора для всего нашего общества. В этой трудной и очень непростой международной обстановке. В рамках конференции провели заседание Политсовета, где была произведена ротация состава регионального политического совета партии и внесены изменения в состав региональной контрольно-ревизионной комиссии. В заключении работы сформулировали приоритетное направление работы и ключевые вопросы по предстоящим выборам в Государственную Думу Российской Федерации, которые пройдут в 2016 году.